Ансамбль «Зримые песни», ЭксББ. Починяю, лужу паяю, ножи точу, починяю, лужу паяю, ножи точу, починяю, лужу паяю, ножи точу, починяю, служу Советскому Союзу, лужу паяю, ножи точу, починяю. Э, точила! О! А шашку наточишь? А разрешение на нее есть? Ага, от самого Буденова. На, точи. Эй, Петрович. О, я слышал, ты что-то про шашки говорил. Ага. Может, сыграем партейку? А, просто так будем играть, а на интерес? Конечно, на интерес, но просто так. Ходи. Ага. Простите, пожалуйста, а где здесь пятая квартира? Да все там же. Между четвертой и шестой. А кому вам в пятый? Зинаиде Афлумбиевне. А, Зинки. Ну, проходи, проходи, на второй этаж. Опять соседка собирает портель. Всю ночь гулять будут. Биноклю свою доставай. Афлумбиевна. Кто же у меня отец был? Афлумбиев. Снова гость моей соседки. Дочка спит, торшер горит. Радость на лице. Ой, по стеклу скребутся ветки. О, в рюмочках коньяк налит. За свиданицем. Спасибочки. Вроде бы откуда? Новая посуда. Слышь, хозяйка, этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Слышь, Точила, будешь? На службе не пью. Ну, как знаешь. Ой, простите, пожалуйста, не будете ли вы так любезны? Если, конечно, вас это не затруднит. Пятая квартира, что ли? Да. На второй этаж направо. Милости просим наш кибуц. Он мужчина, разведенный. Так и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный. И не их это вина. Некого винить. Тот был первый гордым. Правильным был твердым. Ну да бог ему судья. Да был бы жив. Сквер листву меняет. Дочка подрастает. И пустяк, что не наточены ножи. Слышишь, где нацевали? А где здесь танцы, шманси, обжиманси? Пятая квартира, второй этаж. Спасибо, дорогой! Ма! Слышь, Петрович, что-то тут Точила подозрительный. Точно, шпион. А давай его запутаем. А как? А будем говорить ни о чем. Давай. Пахнет наволочка снегом. Где-то капает вода. Плащ в углу висит. На проспект спустилось небо и зеленая звезда. Позднее такси. Кто-то приехал. Далеко до сходни. Не дойдет сегодня. Он бы мог остаться в пятой, да и жить. Спасибо. Все не так досадно. Может, жили б складно. Эх, дались мне эти чертовы ножи. Ты куда? Пошел я! Куда? Туда! В пятую? В пятую! А зачем? Ножи точить! Так перочинные ж не точат! Зато скальпели точат! Погоди, погоди, я с тобой! Первый, первый, я Точила! Полна коробочка, надо брать! Как один? А группа захвата? Ну, товарищ полковник, я же... Понял. Так точно! Есть! Пазик у них сломался. Фигазь! Ах, как спится утром зимним.
На ветру фонарь скрипит, золотая дыра. Фонарю приснились ливни, вот теперь он и не спит. Все, пора, пора. Свет сольется в щелку, дверь неслышно щелкнет, лифт послушно отсчитает этажи. Снег под утро ляжет, а, неважно даже. Так, стоять всем, лежать, руки за голову, это арест, а? Ой, ой-ой-ой. Хорошо, что не наточены ножи. Зин, ну отпусти, не позорь перед людьми. Иди, иди, Казанова. Сама про фурсетка. Ай, ну сколько раз вам говорить. Я не про фурсетка, а футуристка. И у меня собирается не бардак, а барды. Интеллигентные люди. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Так, все свободны. Да, нехорошо получилось. А что ты? Не наточены ножи. А что я? Кто песню написал, тот и виноват. А кто написал? Да Митяй какой-то. Какой Митяй? Да великий Олег Митяев. Ой. Автора на сцену. Центр, проходи, мы все видим. Давай вместе поклонимся. Олег. Спасибо. Разреши от нашего такого подразделения, почти милицейского, подарить тебе это точило, чтобы ты всегда мог оттачивать свое авторское перо и шлифовать талант. И спасибо тебе. Мы ждем рождения. Сейчас. Ребят, руки не буду. Шоу-группа XBB. Спасибо. Театр зрелой песни. Мы потом тебе отдадим. Пойдем.